Я как пенсионер рассуждаю. Надо повысить пенсию, размер пенсии пенсионерам. А то, говорят, много рапортуют, а прибавляет мало. И почему дискриминация работающих пенсионеров? Я как работающий пенсионер рассуждаю. Ну, как бы вот так вот. Улучшить. Вот опять рапортуют о том, что у нас в регионе сделали раздельный сбор мусора. Но, как я вижу, только на бумаге. А на самом деле, вот они стоят, баки, а в нашей деревне так и вовсе ничего не стоит. Куда бросаем, туда и бросаем, где найдем. Прежде всего, ведь это же материальное состояние, естественно. Потому что еще можно сказать? По-моему, она улучшает качество нашей жизни. Ну и, конечно, сознание людей, чтобы был везде порядок. Убирать улицы от снега почаще, чтобы люди не падали. Я вчера упал, до сих пор хромаю. Больше денег зарабатывать. Быть воспитанными, хорошими и добрыми. Тогда будет все хорошо. Наверное, чтобы пенсия была побольше. И не повышалась. Цены не повышались. И коммуналка тоже бы оставалась на уровне. Мне нужны чистые дороги. Вот если сейчас это актуально, то мне нужно, чтобы все-таки мы не скользили, чтобы мы ходили уверенно, спокойно, чтобы сосульки на нас не падали. Вот это. Думайте о благополучии каждого человека. Не только о финансовом благополучии, но и о том, чтобы внутренний мир человека был богатым, чтобы у человека на душе было спокойно, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. А конкретные меры это нужно уже продумывать, я не знаю, в зависимости от потребностей каждого человека.